Надо бы по-быстрому себе приготовить завтрак. Сейчас опять заваяю воздушный рис, но в классическом варианте, не буду красить. Перед этим я делала покрашенные в разные цвета. Сделаем классический на завтрак по-быстрому. Итак, воздушный зефир или суфле. Масло и рис. Можно добавить ваниль по желанию. Топим масло, добавляем наши пончики воздушные и потом засыпаем рис. Ну и форму, конечно, куда выложить. Он быстро остывает и потом можно нарезать на кусочки. Возьму розовые, белые оставлю, потому что если еще какой-нибудь десерт готовить, чтобы не покрасил цвет, допустим, если мне надо что-то будет покрасить, то беленькие я оставлю еще, пригодятся. Порежу их мелко. Десерт на завтрак за 5 минут. Надо немного соли добавить к продукту. Топим масло. Как масло растопится, добавляем наше суфле, зефирчики. Ну и лопатка нужна для перемешивания. Как только суфле полностью растопится, добавляем воздушный рис. И не забываем щепотку соли. Очень быстро перемешиваем, иначе может подгореть. Десерт фактически готов. Разровнять, остудить и потом нарезать. Ну, примерно так. И еще осталось много риса и на завтрак, и на тортик можно сделать еще. В общем, за 3 евро тут можно не один завтрак заваять. Ждем, пока остынет, и нарезать. Нарежу кубиками, квадратиками. 2 минуты в холодильник, и уже загудело. И можно нарезать. Но он вообще мягкий, если так оставить при комнатной температуре. Но я в холодильник убрала, чтобы не ждать долго. Легко режется ножом. Получаются маленькие кубики. 5 минут времени и десерт на завтрак готов. Может храниться при комнатной температуре пару дней. Для меня одной хорошо на пару дней покушать на завтрак. Краску не добавляла, ну немножко зефирчик суфле розовенькое покрасила, чуть-чуть оттенок дала, но в принципе они такие бежевенькие, скажем так, классики выдержаны. Десерт из воздушного риса за 5 минут. И заходите в гости. Я кормлю сладенькими супчиками. И не только. Впереди праздники новогодние. Будут какие-то интересные десерты, блюда на праздники. И до новых встреч на моем канале.